Хей, йога, с вами Шамки, и сегодня мы поиграем в одну довольно новенькую игрушку, которая вышла, в принципе, недавно. Это наподобие что-то Кастельвании, а если бы точнее, от создателя Кастельвании, это Bloodstained Ritual of the Night. Так, нажмите любую клавишу. Ой, музыка орёт. Ой, ну, в принципе, по звукам оно нормально, так же, как и я говорю. Или даже громче. Да, в принципе, так же, как и я говорю. Ну, я думаю, лучше немножко сделать ее потише. Из-за того, что я довольно тихо говорю. Давайте просто на восьмерочку все поставим. Или на семерочку. Так, применить все. Пятерочка, да? Так, ну, в принципе, теперь довольно нормально, чтобы хотя бы было меня слышно. Пробуны, вертикальная синхронизация. А у меня включено, ладно, нормальное сглаживание кадров. Все у нас на эпическом. Короче, русский звук. Я не знаю, хотите, давайте японский оригинал поставлю. Типа, игра же все-таки японская. Вибрация, показать подсказки, анимация осколков, кровь, черная, синяя, зеленая, фиолетовая, белая, красная. Поймите, так, по цвету команда, выше и не так, ага. Ладно, не лучше, на самом деле, тихо, нет. Так, ну, управление, я думаю, мы с вами разберемся. Направляющий осколок. Ясно. Окей, давайте, ладно. Новая игра, и поехали посмотрим, что оно собой вообще представляет. Мириам. Так. Чё? Найди участника. Я не могу... Ладно. А как мне выбрать? Page down. О, вот. Нет, вот, все, отметено. Шамки. Так. О. Шамки. Используйте это меню, да? Будем играть на сложности нормально, потому что доступна только она. Иногда при посещении магазина вы будете... Так, блокирование врага обычно устойчивы к рубящим атакам, но слабы к колющим, скорее всего. Атака делает вас уязвимым, но вы можете сделать отход после чего атака, чтобы избежать урона. Отход после атаки. Если графу не будет слишком не жать... то мы с вами поменяем немножко все дело. Я еще, может быть, поменяю раскладку, чтобы было только клава. Хотя, если она атакует по верхней области, то... Why no? Ну да, возможно. Промышленная революция возвестила о новой эре, которая грозила изменить людскую ценность, и духовность перестала служить людям компасом, но не все были рады изменениям. В 1783 году, когда извержение вулкана Лаки погрузило всю Европу во тьму и пепел, орда демонов появилась из тени и обрушилась на Англию. Да, я все-таки сделаю погромче. Это было посланием. Гильдия алхимиков, опасаясь подъема промышленности и того, что богатые патроны отвернутся от нее, попытки защитить совершила несмыслимо. С помощью своих тайных умений алхимики создали осколков людей со вставками из кристаллов, которые дали им доступ к демонической силе. А затем алхимики принесли оскольщиков в жертву и тем открыли для демонов врата в наш мир.
невинных. Погибли без счета. И хотя церкви удалось одолеть посланцы ада, цена оказалась высокая. Что до скольщиков, считалось, что все они погибли во время жертвоприношения. Но двое все-таки выжили. Джибель, юноша, для которого ритуал по невидимым причинам не стал фатальным. И Мириан, девушка, которая избежала ритуала из-за странного оцепенения, которое объяло ее перед самым ее началом. Прошло 10 лет, и люди, как всегда, слишком быстро забыли о трагедии. Появился огромный замок, а вслед за ним и демоны. Именно тогда и пробудилась Мириан. Узнав, что за этим новым кровавым нашествием стоит Джибель, Мариан и алхимик Йоннес отправились к проклятому замку. Почему не японский звук? Их галеон рассекал волны, летя навстречу неизбежному. Я хочу сделать японскую озвучку. Пускай будет английская, ладно, так уж и быть. 3D-шка. Выглядит красиво довольно. Йоханнес, ты уверен, что это... Это дело рук Джибеля. Мириан, я уверен. Просто не верится, если бы он... Мне бы не было в живых. У него добрая душа. Я знаю. Понимаю, что ты чувствуешь. Но факты говорят сами за себя. А то, через что он прошел 10 лет назад, он мог сломать любого. Мириан, я хочу извиниться перед тобой. То, что сделал с тобой мои братья, поэтому нет прощения. Это их так прегрешение, не твое. А ты... Ты всегда о нас заботился. Как видим, недостаточно. Перестань корить себя, Йоханнес. Нам надо сосредоточиться на задаче. Если Джибель и правда призвал демонов, я должен его остановить. Я дал ему слово. Ой, это мой долг. Он был моим лучшим другом. Но справлюсь с этим только я. Эксперименты со осколками подвернули меня к бою. Пускай они так послужат добру. 10 лет. Почему я заснула? Хотел бы я знать ответ. Я знаю лишь, что заклинание оставило для тебя время. Остановило. Было искусно. Но внимательно изучив чары, опустошив тебя, я смог точно предсказать, когда ты проснешься. И ясно. Мы скоро так причалим. Готовься. Я приготовил сундук к самому необходимому. Сейчас самое время его открыть. Так, прыжок. Ясненько. То есть, здесь можно контролировать сам прыжок, именно высоту его. А можно зайти в настройки. Я все-таки настрою погромче. Давайте хотя бы на 9. А, голос... Да, пускай все тоже будет на 9. Так, применяем изменения. Я не понял. Язык озвучки. Японский. Да. Или на английском. Ладно. Может, тут большинство по-английскому шарит. Поэтому... Так уж и быть. Так, что мне интересует? Это по управлению Dash. Отход Q. Прыжок. Использовать колдовской осколок. Использовать манипуляцию. Манипуляцию, окей. Так, сменить карту. Клавиши главное меню. Бла-бла-бла. Прицел. Неудобно. Черт, ладно. Архивы. Так, предметы. 0,34%. Демоны. Это, походу, задания, техники, аксессуары, шарфы. 10% найденных шарфов. Броня для головы. То есть это сборы, это все, да?
Здесь у нас сколько будет врагов? Ну, смотрите, довольно обширная библиотека. 127 врагов. Скорее всего, сюда же и будут входить и боссы. Так, инвентарь. Ну, инвентарь у нас показываются с вами характеристики. А, поглощено, я не знаю, что это имеется в виду. Может, типа, мне атаки нанесется. Состояние. Хорошо. А, хорошо, это имеется в виду по хпшке. Атака, сила, интеллект, удача, защита. Так, у нас это просто инвентарь. А, давайте я сейчас подберу и посмотрим. А, она отпрыгивает только в ту сторону. Это. Так, нож и конфуз поем. Так, R это меню, главное меню. Скорее всего, главное меню является тем, которое мне предлагают. Предметы, так, снаряжение находится в разделе снаряжения. Главное меню. Так, ну это я понял. Конфуз сапоги. Сапоги с Дальнего Востока сделаны так, что не стесняет движение. И нож для самообороны. И там, а там у нас с вами, в принципе, урон одинаковый. Рога Омна. Аксессуар для волос, напоминающий рога барана. Так, Мириам его обожает. Опа, шарф. Любимый шарф Мириан. Ну тут у нас... Ага, смотрите, защита 1. Защита 1. Хорошо, ты готова. Теперь нам нужно... Я с этим разберусь. Так, подожди. Ага. А, демоны. Осколок. Кристаллизованная форма демонической мощи. Обычные люди не могут им управлять. Так, использовать колдовской осколок. Так. Лазурный всплеск. Запускать во врага пылающий до... Так, водяной шар. Это был осколок? Я уже забыл, как это бывает. Как когти, скребущие мои кости. Тело демона превратилось в осколок, который притянулся к кристаллу своему телу. Ты получаешь от важного осколка новую силу, но когда-нибудь кристалл поглотит тебя. Я думал, твой способ остановит процесс. Остановил, но все пойдет по-другому, если ты начнешь поглощать один осколок за другим. Я лучше других знаю, на что способно мое тело. И мне нужна вся сила, которую я могу получить. А если будут проблемы, ты поможешь мне. Ты делал уже не раз. Поможешь еще? Спасибо, что оставляешь мне выбор, но я не подведу. Делаю все, что в моих силах. Но обещай, что будешь осторожна. Как он здесь ощутился? Должно быть, демоны из замка проникли на корабль. Что ж, тогда самое время размяться. Так, давайте я посмотрю... Блин, мне непривычно то, что я сразу беру клавиши, это нижний, потому что это ж. Типа, я даже, понимаете, бью в ту сторону, типа, куда я смотрю. Может, давайте я все-таки на... поставлю. Подождите, какая кнопка у меня тогда отвечала... Пускай стрелочки, короче, мне эти будут стоять. Настройки. Настройки. Так. Давайте, наверное, все-таки здесь меняю все дело. Прыжок, пускай так и будет. Атака. Прыжок, прицел. Блин, ну я не знаю, типа, прицел. Типа, он будет как работать как прицел. Ну ладно, пускай... Привыкну, я думаю, со временем. Завершено карты. 0-10%. 0-10% скорее это всего изучено. Ладно, у нас с вами есть кинжал. Так, еще где оружие? R, да? Ага. Снаряжение. И у нас еще кунг-фу сапоги. Ну, по идее, они одинаковые. Если взять в расчет, что...
Нога подлиннее. Допустим, это для кончика стула дотягивается. Ну, одинаково на самом деле. Давайте, наверное, возьму нож. Так, и мне что-нибудь... Так, осколки, подождите. Лазурный всплеск. Запускайте во врага. Так, прыгающий водяной шар. Окей, так у нас это как? А, это атака, скорее всего, суммируется с обычной моей. Что-то ногу поставила. Так, инвентарь. Блин, не знаю, но по идее тут посуда. Нахер она нужна? Архивы. Демоны, 79%. Ну ладно, демоны, понятно. Предметы. А, даже так, то есть... Общий подход ко всем предметам. Смотрите, здесь даже показывается, как оно модифицируется. Вау. Как оно выглядит внешне. 3D-модельки. Вот это на самом деле классно. Здесь можно полностью посмотреть характеристики, но скорее всего не просто... Оружие. Вот здесь пока что ничего. И так, и нам еще дали что? Подождите, блин. Архивы, справочник, Мирианна, Айхен, стихии, осколки. Это типа обычный справочник, личные данные. 4 ударов, пройдено расстояние, накопление, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но мы пока что смотрим внешний вид, да, типа... Говорим, а потом... Так, техники, подождите. Техники, скорее всего, это все будет изучаться. Заметки по алхимии. Так, зелье остается. Здесь что у нас? Ух. Короче, у нас здесь куча разных рецептов еды. Это у нас типа крафта. Ну, я думаю, с этим мы разберемся. Да, это крафт. Чисто крафт. Хилы. Тоже крафтится. Ладно, что по демонам? Морей. Так, лазурный всплеск. Морской... Так, многоногой иногда выходит из моря, чтобы разорять сушу. Морей. Так, Морей. 16 хп у него. Уровень 3, и опыта дают только 3-шку. Так, бросить предмет. Часто выпадаемые. Лазурный всплеск. Частота выпадения 3%. И я не знаю, на что влияет вообще у нас выпадение. Видно сопротивление, к чему у нас и здесь есть, ко льду. Это можно все будет изучать, так сказать, и... Типа, что выгонить? Так, и у нас остается только справочник. Все, Мириан. Оскочишься, прохождя... Так, прожившая 18 лет и замороженного во время еще на 10. И еще в детстве ее забрали гильдия алхимиков и вставила в ее тело кристалл, позволяющий использовать демоническую силу. Мириан должна была стать жертвой для призыва великого демона, но впала в глубокий сон и сбежала смерти. Проснувшись, она узнала, что Джибель, человек, который... Так, она любит как брата, похоже, снова открыл врата ада. Айхан, так... Йоханнес. Бывший член гильдии алхимиков. Не зная о темных планах гильдии, он подружился с Мириан и Джибелем, которые были почти погодками. После гибели гильдии Йоханнес стал союзником Доминики и церкви, используя свои навыки алхимии для изучения осколков и предсказания дня, когда проснется Мириан. Вместе они поклонились так отправиться в замок Джибели и положить конец его планам. Возраст 33 года. Стихии. Так, рубящие удары, колющие удары, дробящие удары, это походу, которые вот это мы с помощью тапка наносим. Ух ты, тупой комар, смотри, крови сколько напился, зараза. Тупая тварь. А, свет, гром, тьма, яд, проклятие, камень. Что значит камень? Окей. Осколки. Концентрированная демоническая сила во форме кристалла. Обычно люди не могут им управлять осколками именно. Они должны быть приняты телом людей, известных как оскольщики. Иногда, когда демон погибает в мире людей, его останки силы кристаллизуются в форме осколка.
Здравствуй, Devil May Cry. Оскольчик. Термин для людей, которые гильдия алхимиков прис... так. Пересадила основной кристалл, связанный с их демонической силой. Кристалл паразирует его человеческое тело и паразирует его целиком, если за ним не следить. Йоханнес нашел способ временно остановить процесс для мирян. Но обратить его вспять он не сможет. Гильдия алхимиков пожертвовал большинство оскольчиков, используя их связь с демонами, чтобы открыть врата ада. Гильдия алхимиков. Второе название – Золотой Дух. Когда-то гильдия активно влияла на аристократию, но ее сила пошла на убыток с начала промышленности революции, отчаявших так. Вернушка гильдии призвала орду демонов, чтобы доказать свою необходимость. Адское логово. Замок, который изучает Мириан, появился там, где располагается штаб-квартира бывшей гильдии алхимиков. И унаследовал многие ее особенности. Демона. 72 демона Соломона и другие порождения ада из их свиты. Колдовские осколки. Класс. Класс осколка говорит о его силе или эффекте. Класс осколка возрастает за каждое получение повторного осколка, да, максимально в 9. Ага, то есть мы можем фармить эти осколки, чтобы поднять уровень самого осколка. Ранг. Увеличить ранг осколка можно улучшить его алхимически. Так, повышьте ранг пассивного осколка до 9, чтобы превратить его в осколок навыка. Ух ты ж, ё-моё. То есть, всё-таки, видите, мы можем прокачивать навыки, но нам нужно собирать осколки. То есть, это фарм. Окей. Люди. А, это, то есть, всё было, да? Ясно. Ладно, тогда у нас идёт сам геймплей. Нужно кнопку выжимать, я не знаю, мне какие-то сферы дают. Является ли это деньгами? Не знаю, ладно. Галя умерла. Вот типа музыка херячит. Ну да, она в принципе нормальная. Играет, пускай играет. Что мне из этого... Тупые комары, твари. Летает же, ненасытный. О, кажется, убил. Или нет? Ладно, давайте. Пускай кусает. Так, я мог, по сути, наверх залезть. Но это у нас игра Metro Exodus, поэтому мы со временем сюда все равно, по идее, вернемся. Так, демона R. А, архивер. Демона. Почему оно так именно разделено? Смерть. Смерть. Младший демон. Так. Принуждены черпать форму из сознания из других источников. Вот так, у него большие сопротивления на яды и зона появления. Галеон Минерва. А видите, то здесь у него меньше жизней. Галеон Минерва, то есть локация здесь тоже где довольно много смерти. Так, зажмите для прыжка. Мне кажется, это будем контролировать это все дело. Знаете, что меня так удивляет? Почему-то большинство Metro Advance начинается с того, что... Так, зелье. Расходуемого предмета используйте дальше. R нажмите в инвентаре. Инвентарь. Зелье. Лекарство. Восстановление много здоровья. Знаете, что мне вот примечательно? Тот третий, по идее, Metro Advance, который начинается с... Устройство регулируется на магию. Можете просто направлять на него руку и поддержать. О, теперь я понял. Ну тогда, да, теперь мне это нужно. А, блин. Там просто такие щупальца большие. Желание пропало туда идти. Ладно, там какая-то птица, не хочу знать. Там какой-то монстр, не хочу знать. Окей. Нужно на shift. Подожди, а можно на shift поставить? Меня что-то за shift отвечает. Shift, shift, shift. Нет. Значит, отход будет на shift.
Бац, бац. Ладно. Ах, ты ж ё-моё. Ай-яй-яй. О, так, денежка. Они бесконечные? А, да, они просто вылазят из воды. Так, я могу, в принципе, наверх подняться куда-то туда. Это нужно в последний момент прыгнуть. А я почти... Морей. Какие-то летающие петухи. Новый уровень. А, сельское платье. Мне дали? О, стоять. Максимум за 3. Так, тут есть разрушенные стеночки. Так, если зажать, ничего такого не будет. Значит, нужно смотреть еще на всякие тайники. Че, вы мне предлагаете назад вернуться? Ну да, как и в обычных метроидваниях, враги рисуются. Блин, мне нужно, чтобы он сюда пришел. Так, петушка убил. Ай! Ай-яй. Готово. Так, еще сундук. Ржавое кольцо я получил. Так. КП. Ну, я походу... А, не, отпулять я могу только в одну сторону. Опа, у меня манна сама восстанавливается. Я смотрю. Откатики. Туника, еще одно платье. Так. А в ходе своих исследований я обнаружила, что существуют такие параметры. Ну, это мы читали. Так, у меня развилка в 3 стороны. Опа! Какие критики. Ну да, видите, урон немного увеличился. То есть у нас увеличится параметр, это... Да, так, у меня все увеличится, походу, на единицу. Потому что ХП у меня увеличилось на единичку. То, что мы собираем зелененькое, это у нас, походу, деньги. Архивы. Демоны. Ариэлия. А Элия. Так, наполовину птица, но так, можно насылать крыльями ураган. Дула молот. Рыцарь нежить, сражающий с собственной головой. А, так, это его голова, я думал, это его булава. Типа, булава. А, видите, типа, из этих падают осколки, ну, хоть, а там неизвестно. Ну, пока что довольно приятно выглядит. Ну, насчет того, что это третье метроидвания, где начинается с, так сказать... Опа, здесь можно сохранить свой прогресс, ну, внешне, но вообще есть другое. Да, сохранится. А, чем оно немного другое? А, тем планом, ну, то есть, почему это третья игра? А первая игра, если не ошибаюсь, это была у нас Соль. Если вы помните такую игру, довольно прикольную, сложную. И здесь же у нас... Ну, потом у нас Vaginal, или Vaginal. Не помню, как она там правильно называется, извините. Там у нас, получается, тоже был такого плана. О, какая-то пушка. А, так у нее маленький радиус. Ай-яй. Осколок. Направляет так осколки, чтобы активировать. Огненная пушка запускает огненный шар. Так, в выбранное направление. А, то есть... Вот. Я вас понял. Ну, в принципе... При уничтожении свечей из них можно... Так.
может падать роза маны. Роза маны — это волшебная роза, которая слегка восстанавливает. Оп. Так, сундучок. А куда ты делся, черт? Ну, пока вылазит, его можно пинать. Это хорошо. Это очень хорошо. Кстати, мне, знаете, что интересно? Тут же невидимые стены, да? Нужно же тогда все лутать на них. Да что мне дали довольно неплохой балах. Баг. Ну, почему баг, я не знаю. Короче, финти плюшку. О. Там эти скачут. Так. Новый левел. Ну, сейчас увидите, в принципе, сейчас защитник урона увеличится. Чё? Он не увеличился? Ни хрена тут пушу. Подожди, давайте сразу, наверное, архивы. Пойдем в демоны. Смарт-пушка. Или смерть. Смарт-пушка. Смерть подчиняет себе пушки и начинающим так изрыгать огонь. Ля-ля-ля. Ну, в принципе, режущий удар лучше. Так, архивы. Предметы. Вот, снаряжение. Нож. Рога. Тело. Длинная рубашка из простой ткани. Обычная простая платье. Защита 2, защита 3, интеллект 1-2. Что это значит? Что значит 1-2? Ну, здесь понятно, что обычное простое платье лучше. Ржавое кольцо. Ржавое кольцо. Аксессуар. Так, и шарфик. Так, по идее, могу сделать так. Ну, я, конечно, могу запустить огненный, что нанесет побольше немного, да, урона. О, пули какие-то. Какие-то пули. А, бронза. Ну, короче, это просто руда, походу, если смотреть, там есть крафт. Ой. Вода на самом деле меньше тратить, поэтому лучше воду использовать. Ну, как я считаю. А, так она еще к нам, видите, подлетает. Ну, сколько надо? Десяточку? Десяточку. Так, короткий меч. Снаряжение. А, нож. Короченький. Это у нас короткий меч, так, любим солдатами. Ну, в чем минус? Он медленный. Стойте, откуда у нас карта? Для нас была. Мне кажется, лучше на самом деле использовать этот, который у нас был. Архивы. Воздушный удар с вспышкой, сделать это 3 мертушек, повторяя 1 бомбу. Оружие кунг-фу, сапоги, драконьи ботинки. Ясно. Тратится плюс при этом мана. Так, сохранишка. Да, сохранится. Теперь что мы делаем? Снаряжение. Так, осколки. Осколок один и тот же падает, типа? Походу, да. Снаряжение. Давайте я все-таки, наверное, возьму вот эти ножи. Пускай он и короткий, но он очень быстрый. Подождите. Снаряжение. 8.
Ладно, давайте пока с этим уходим. Еще как? Или... Ой, монетка. Или это монетка? Я не знаю, тут три вида валюты, что ли? Так, порванный шарф. Шарф из потрёпанной ткани. А, да, внешне она меняет, типа, на заднем. Ну, типа, можно на модельке посмотреть. Только не понял платье. Типа, я платье одел, но... 8. Ну, не сказать бы... Или у них сопротивление просто такое. Как вариант. Привет. Ай. Ой, стой, я забыл просто на какую мне кнопку, сорян, отпрыгивать. Наверх мне пока что не попасть. Могу я попасть туда с помощью этого места? Нет, ну и я... Какой-то призрак. Хлопок. Походу я больше его не вижу. Печально, потому что это враг, которого я еще не находил. И он пропал. Может, ты все-таки дашь мне... Ладно, не хочу. Мне кажется, след... Ну, кто, мы их все равно встретим. Ох май гад. Ладненько, сойдет. Появилась какая-то огромная херня там. Палаш. Ну, если верить... О, кольцо безопасности. Блин, а как вообще знали, где какие стены стоять? Ржать. Кольцо безопасности. А так... Кольцо увеличит защиту ценой силы атаки. И если смотреть, что у меня будет атака 0. Довольно классное кольцо. Не думайте. Ладненько. Снаряжение, кстати. Что я еще нашел? Меч, да? Просто большой двуручный меч. Замашистая атака. Конечно, медленная. Ладно. Если бы ты еще ваншотил, было бы замечательно. Сколько видит, пипец. В принципе, довольно мало нужно атаки. Морской ёж мы дали. А скорее всего они как-то подсвечиваются. Нужно не путать еще кнопки магии. Так, сверху у нас сохранение. Это мы с вами просто считайте это, да, нашли? Хотя, сохранится, да. Что за вот эти частички, что они делают? Типа я могу сохраниться один раз? Или они просто показывают то, что я сохранился? Ай. Мне кажется, здесь стены придется всем не бить. Так, ладно. Но это вот ломается, это видно. Лента для волос. Тушеные конечности. Тысячи чего-то. Максимум. Ай. Галит. Плюс деньгам. Так. Мушкетёны. Стреляйте из огненного, так, выбрать для него пулю. Когда у вас закончатся пули, они меняются на менее слабые, но бесконечные. Хорошо.
Аланколя. Блин, пока... Ох уж, ёба. Сколько ты ж мне урона нанес. Животное. Вот что значит медленная атака. Он типа даже не бэкстепит, но мне урон наносит. Из-за этого. Нет. Мне главное отхилиться нужно было. Пойдем теперь в этот вниз. Там, где мы пробили проход. Ай. Три удара. Три удара, ему нужно всего лишь шлем-молот. Из него выпало? Ничего себе. То есть из врагов может падать их предметы. Интеллект. Еще плюс что-то. Так, простая лента, которая не дает волосам падать на глаза. Голова молота глаза, так, определенная доспех для человека. Нихрена себе. Прикольно. Палаш. Мушкетон. Пистолет с коротким стволом, такие пользуются пиратами. Атака 5. Ну, давайте пока с этим покажу. Окей. Ну, типа... Хлыст. А, прочный кожаный хлыст. 13 атаки. Но он тоже медленный. 100 пудов. Короче, я понимаю, чем больше урон по оружию, тем он медленнее. Плюс еще деньги. Помидорки. Это рецепт. Куда можно забраться, шемики всегда туда залезет. О-о-о-о. Зараза. Ой, он еще двигаться может. Чё-то я этого не понял. А шипы как головоцвет? Атакуйте головы молотом как щитом. Чего? Это как понимать? Архивы. Правочник. Не врубился. Осколки. Атакуйте головы молоты как щитом. Зарон всплеск. А, я понял. А ну-ка. Не, мне нужно. Во, я понял, класс. Ой, это походу врата с боссом. Давайте вниз. Еще на снизу. Крысы. Но они походу не атакуют, да? Не атакуют меня. Манать комаров, пиздец. Мана мне нужна. Я вижу участок еще снизу, но я туда немножко попасть не могу. Сохраниться, сохранить, да. У нас уже четвертый уровень. Я, если есть какие-то гайды насчет этой игры, я посмотрю быстрый такой способ, да, или более подробный способ. Справочник добавился. Привет, спящая красавица, значит, решила проснуться. Джибель! Скажи мне, что это не ты сотворил. Это же как... Это какая-то бессмыслица. Как ты полагаешь? После всего, что люди с нами сделали, Йоханс рассказал, что они сделали с тобой. И ты прав, это ужасно. Но ты что делаешь сейчас? Не лучше.
Нет. Вот тут ты совсем не права. Алхимики перекроили наши тела. А я собираюсь перекроить мир. По-моему, все справедливо. Пойдем со мной, Мириан. Только ты понимаешь, какой боль я испытываю. И что значит перестать быть человеком? Что? Не думал, что услышу такие слова от тебя. Это ведь не... Я пришла к тебе за помощью, убеждение, что я чудовище. А ты сказал мне... Все это чепуха. Ты сказал мне... Сила не делает нас хорошими или плохими. Это решаем мы сами. Я решил, что больше не человек, но ты вернул мне надежду. Ты что, забыл? Повелитель, надо возвращаться. Да. Мириан, я устал от твоих воспоминаний. Ты ведь пришла убить меня, так? Тогда сначала найди. А по дороге тебе людям придется поглощать осколки и использовать силу ада. Если после всего этого ты сможешь, ты человек, тогда, возможно, я тебе и послушаю. Пойдем, Грем и Ари. Нам пора. Джебель, подожди! Ни хрена себе. Круто. Как я понимаю, ее нужно бить. Окей, там крит удар нанесся. Снаряжение, как там зелье пить? Инвентарь, зелье. Так, оно пошло под этот. Все? Новый уровень. Да, все. Она кристаллизируется и умирает. Отлично. Так, щупальца крушителем. Атакуйте врага, щупальца вепар. Я видела. Проблеск надежды. Это был настоящий Джебель. Я сам знаю, все это безумие. И криптика. Не забыли сказать. Ну, значит, будем просто называть Bloodstain. Мы на месте. Здесь была деревня. Что с ней случилось? С демоном Джебеля? Они быстрее, чем мы думали. Мириан, нужно торопиться. Здесь мы должны быть встретились с нашим связным. Хорошо. Но подожди. Дай мне все смотреть. Тут наверняка еще есть демоны. Ну, подожди, кортеж есть? Дайте-ка я быстренько в управление. По SM-карта. Тэшка. Скорее всего, это именно расстояние, да, имеется в виду? Сейчас попробуем Т-шка. Четыре процента. У нас ушло на вот эту часть. Смотрите, внизу еще есть участок, а почему я туда не пошел? И наверху есть, куда еще не попал. А быстрое передвижение у нас нету, да? Оттуда почему я не пошел? А, там там я был, стоять. Могу и приблизить. Пэтчдаун. Это удалить. Так, у нас получается неизвестная только верхняя часть. Справа наверху и слева наверху. Слева наверху стопудов либо сохранение будет, либо тайничок. Я прогулю, посмотрю насчет механики и скрытных стен, как их можно найти.
Как я, допустим, нашел то же самое кольцо, где нам минус 10 дэмэджа, но зато до хера очень защиты дает. И, в принципе, ну, на этом даже можно и закончить, поэтому всем... Ой, я могу маячок ставить. Ладненько, давайте, короче... Так, с карты выйти, Тэшка. На этом закончим с вами. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.